Надо сказать, что в отличие от Тайгана, здесь очень чисто. Чисто и на дорожках, и зоны отдыха оборудованы очень много. О, вот здесь тигра где-то есть. Сейчас посмотрим. Вон кто-то уже навстречу прибежал. Какие-то свинушки маленькие. И в вольерах очень чисто. Видно, что ухаживают, убирают с утра до вечера, даже зимой, когда посетителей в разы меньше. Здоров, свинушки! Это на самом деле ошейниковый пекарь. Живет в США и в Мексике, в бассейне Амазонки. Травоядные животные. Все жрут подряд. Живут до 24 лет. Сейчас попробуем их покормить, раз они травоядные.